Друзья, всем привет! В этом видео мы будем укреплять наши бедра. Встаем к станку, можно опереться об стул, об стол. Ноги вместе и подняли одну ногу и начинаем поднимать ее вверх и вниз. Поднимаем вверх, вниз, вверх, вниз достаточно быстро. Ноги параллельны друг другу, не выворотно. Спина прямая. Одной рукой мы держимся за стул, или за стол, или за станок, а другую руку держим на поясе. Ногу поднимаем мы параллельно другой ноге, не выворотно, носок на себя. Плечи давим вниз, живот втянут. Остановили. И начинаем делать пятка-носок, 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 пятка-носок. Ногу держим как можно выше. Где-то на 45 градусов. И теперь сгибаем, выпрямляем, сгибаем, выпрямляем. Еще делаем. Согнуть, выпрямить, согнуть, выпрямить. Ногу выпрямляем до конца. Каждый раз мы ее выпрямляем до конца. Еще делаем. Носочки тянем. Спина прямая. И опять пятка-носок, пятка-носок. Ногу держим на 45 градусов. И начинаем пружинить наверх. Не выворот на ноги. Пружиним наверх, качаем наше бедро, ягодицу. Больше наверх, чем вниз. Живот втянут. Теперь сделали широкую вторую позицию, присели и начинаем пружинить. Пружиним как можно ниже, не поднимаемся наверх. Пружиним, пружиним, пружиним. Здесь очень важно не подниматься наверх, пружиним мы внизу. Еще пружиним, чувствуем наши крепкие ноги. Как можно ниже опускаемся. Подняли руки наверх. Потянулись, руки в замок. И поехали все с другой ноги. Поднимаем другую ногу. Параллельно. Не выворотно. Спину держим прямо. Лопатки вниз. Живот втянут. Поднимаем ногу где-то на 45 градусов, не выше. Носок на себя, коленки абсолютно прямые. Продолжаем делать. И теперь делаем пятка-носок. Пятка-носок, пятка-носок. Держим ногу на 45 градусов, не опускаем ее. И теперь начинаем сгибать, выпрямить, согнуть, выпрямить. Опять-таки ногу не опускаем. Продолжаем ее держать на 45 градусов. Выпрямляем коленку до конца. Носочки тянем. Спина прямая. Живот натянут. И продолжаем делать. Еще чуть-чуть. И опять делаем пятка-носок. И начинаем пружинить только наверх.
пружиним наверх. Спину держим прямо. Продолжаем пружинить. И делаем широкую вторую позицию. И пружиним вниз. Коленки не выпрямляем, пружиним внизу, как можно ниже. Еще пружиним, накачиваем наши ноги. Выросли, встряхнули ноги и руки. И мы закончили. Thank you.